Ну что, вот мы с вами в Бангкоке, приземлились. После приземления отстегиваться не надо, подниматься не надо. Сидите, ждете, пока самолет полностью не остановится. Ну а потом все равно вы еще 10-15 минут ждете, пока самолет разгерметизируют и люди начнут выходить. Поэтому можете не подниматься с своих мест, спокойно ждать, пока все выйдут, и потом выходить. Все равно без вас никуда никто не уедет. Сейчас с вами посмотрим, как дальше действовать. Выходим из самолета, проходим паспортный контроль, выходим в зону получения багажа, забираем багаж и отправляемся дальше по табличкам ваших операторов. Просто за всем потоком людей, и вы выйдете к паспортному контролю. Если вдруг заблудились, подойдите, спросите у кого-нибудь, как пройти туда, куда вам надо. Это на паспортный контроль. Очень серьезный паспортный контроль, очень долго они досматривают. Снимать на камеру нельзя, поэтому будьте аккуратны. Если вы будете снимать, то вас попросят удалить запись или могут забрать ваше оборудование. Ко мне подошли и попросили показать, что я снимал. Здесь снимают отпечатки пальцев, поэтому очень долго. Они проверяют иммиграционную карточку. Иммиграционная карточка заполняется на английском языке. В принципе, все исходя из ваших паспортных данных. Как правило, там дата, национальность, ну и так далее. Я вам фотографию скину, вы посмотрите. Когда вы вышли с паспортного контроля, находите ваш терминал для выдачи багажа. Перед выходом с паспортного контроля было информационное табло. Находите ваш рейс, там будет указаны гейтс, багаж, где можно получить. После того, как вы забрали багаж, выходите из аэропорта, идете к представителям вашей компании. В моем случае это Pegas Touristic. Нахожу табличку их и подхожу к ним. И дальше уже они меня садят в трансфер, указывают, какой автобус. И вы едете в свой отель. Потому что сейчас просто невероятно быстро на...